есть и та, и другая команда. Игра получилась, может быть, не самая интересная, но по напряженности, по накалу и по самоотдаче очень здорово все сыграли и наша команда. Зимбру, я думаю, результат закономерный. Может быть, Зимбру чуть больше владели мячом, но как бы, мы больше сыграли от обороны. Самое главное, дисциплина была сегодня. И желание виделось у команды. До стартов ССКА возможный ничейный результат Зимбру, учитывая то, что у вас сейчас объективно очень большие кадровые трудности, он выглядел желанным? Ну, опять-таки, мы играем дома и, скажем, при первой возможности была установка атаковать, быстрые контратаки проводить. Мы знаем, что Зимбру находится не на том месте, на котором должно находиться. Это команда выиграла и кубок, и суперкубок, поэтому очень хороший подбор футболистов. И, скажем, ничья сегодня, конечно, удовлетворительный для нас результат.